Костички. Наша тетя Лена, как моя мама, донатчик, сестра, командирша наша, блин. Спасибо этому дому, и дай Бог вам здоровья. И дай Бог, чтобы меня всегда вы радовали. Аминь. Аминь, моя золотая. Я вас люблю. И до последней этой... Ты знаешь, у тебя есть дом в Афинах. Да. И дай Бог свой. Аминь. 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 Да, давайте, спасибо. Согласна. Спасибо, донатчик, тебе, давай, моя хорошая. Золотая. За все хорошее, дядь Костя. Благодаря тебе, я приобрела семью здесь. Дочка, которую мне сказали, такая, ох, ураган, но я сама тоже не ахти. И как у нас характеры, по-моему, сошлись. Да. Это же вот так было, бывает. Так за что мы сейчас пили? За вас. За Донару. За ваш дом. За наш дом. За наш дом. За наш дом. За Донару, за ваш дом. За ваш дом. За наш дом, мамик, за наш дом. Чтобы этот дом... А я хочу сказать... Чтобы этот дом всегда радость приносила. Глупая, не знаю, вещи, не знаю что. Я первый раз сюда пришла в этот дом, когда у тебя все было завалено. Ну, красиво вот было, да, здесь, да, что? Да. У меня поэтический вот беспорядок был. Да. Это было первый раз. Ну, хороший дом. Второй раз я пришла через какое-то время. Я помню, я принесла, вот это висела у тебя штучка, долго да, она висела. Я все думала, ну что ж такое выбрать, что, вот, ну что такое-то. А потом я поняла, не дом украшает человека, а человек украшает дом. Да. Со временем ты этот дом превратила в очень приятный, уютный уголок, в котором приятно приходить. В общем-то, можно было и даже не вообще в это превращать. Главные люди в этом доме. Главное. Ну и дом хороший. Дом, нет, дом, конечно. Да. Это я не занимаюсь. Спокойный. Нет, нет. Спокойный. Дом прекрасный, все хорошо, но самое главное, это люди, которые живут в этом доме. Нет, и дом много зависит. Вот. И дом очень много зависит. Я хотела бы вот что сказать. Леночка, Хрисула. Каждый раз, когда я прихожу сюда, я прихожу как в свой дом. Свой дом. Я тоже это. Как свой дом. Я чувствую себя здесь спокойно, уютно. Иногда ее побаиваюсь, потому что... Ну, меня все боятся. Побаиваюсь иногда, потому что думаю, ну, мало ли там, сейчас как пошлет... Ты вообще самый добрейший человек, я вообще. Да я знаю, что ты добрый человек. Да. Да, сначала да, накормите, да, а потом да, уже... Да, потом что хотите делаете. Абсолютно. Я хочу выпить за вас, мои родные, за то, что вы украшаете этот быт, ну, этот дом. Телефон. Мой, да? Наверное. Я мой. Кто это? Рисунка, за тебя. Спасибо, солнце. Оплотом ты являешься не только для Лены, оплотом ты являешься для многих в этой жизни. Никогда не забуду, когда с ты на операцию... С наступающим, с наступившим. Туда? Здоровья. Ты мне прислала, кстати, где я лежу. Всего да, хорошего. Да, да. Вот. Потом, что, вы гуляете? Самое главное в этой жизни... С Новым годом! С наступающим! Сестра моя. Поздравляем вас! С Новым годом! С наступающим! С наступившим уже! Спасибо. Че, гуляете? Да. Криска, ты очень многим людям в этой жизни помогла. Я хочу, чтобы все, которым ты могла, помогла. Пусть каждый пожелает тебе всего самого хорошего. Пусть они выживут все, нет, Господи. Нет, 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 нет. Все дела, которые ты делаешь, они уже записаны там. Они да, действительно там записаны. Все твои поступки, самые лучшие от всего сердца, которые ты сделал, они тоже там записаны. Я очень хочу, чтобы ты очень долго помогала людям. Дай Бог, чтобы у меня было, чтобы я помогала. Нет, нет, нет. Ты даже из ничего поможешь. Вот даже из ничего.
Я, это вот последнее, то, что ты мне вот с этими документами, это вообще даже, это даже не обсуждается. Я очень хочу, чтобы Лена, у тебя великолепная дочка, она очень много чего не рассказывает, и мы, наверное, много чего не знаем, кому и сколько она людям помогла в этой жизни. Ну и это главное, пусть даже мы никогда не знаем, там все видно, там все записано, все. Ребят, дай Бог, чтобы было, чтобы помогали. Нет, нет, я тебе еще раз говорю, ты даже, может быть, из ничего у тебя не будет, но ты все равно придешь на помощь человеку, все равно придешь, это я знаю, это я знаю. Поэтому... А смысл тогда жить, Тань, если не прийти на помощь? Ну вот объясни, смысл нет, жизни в чем? Нет, я... Я вот я на твоем примере, я очень часто делаю, вот честно тебе говорю, иногда я думаю так, а вот там, допустим, Крисулка как бы сделала. Я очень тебя люблю, поэтому будь здорова, счастлива, а все остальное Бог тебе дал уже. Абсолютно. Характер. Твою... И красоту, красоту, я же красивая. Ты не просто красивая. Я обалдеть, какая красивая. Так говорит моя племянница. Да? Да. Обалдеть. Самое главное, тебе Бог вложил душу и сердце хорошее. Все остальное. Аминь. Аминь, ребят, аминь. В этом доме это самое главное то, что вы люди с большой буквы. Я это не побоюсь сказать. Сейчас. А все остальное, ну, все по жизни, как говорится. Что будет, как Бог даст. Как Бог даст. Это самое главное, как Бог даст. Я когда утром просыпаюсь, говорю, Господи, ты впереди, а я за тобой. Вот браво. Как ты считаешь нужным, так сегодняшний день сделай. Вот как ты считаешь, я чего-то не понимаю, что-то не понимаю, что-то не могу разрулить или что-то это. Как ты? Так что за аминь, тебя, родная. Аминь, моя золотая, аминь, с вами, со всеми. А я хочу выпить за удачу. Я хочу выпить за удачу, за везение. Под вот удачей мне я понимаю, что человек, которому везет, это тот, у которого есть люди такие, как вы. Это просто вот, это не комплимент, это констатация факта. Потому что деньги, карьерный рост, это все от лукавого. А вот вы у меня все от Бога. Поэтому я выиграла в лотерею. Аминь. За вас. Аминь, моя золотая. За вас. Мамик, за наш дом, он у нас хороший. Ой. Да. Я счастливая в этом доме. Да-да, мне даже браво. Крисула меня году говорила. Ой, я боялась, как мы уживемся. Боялась. Целый год я говорила, пока еще подождем. Потом я ставила условия, у меня 40 ящиков книг. Без книг я не пойду. Она позвала мастеров. Да, вот это ниша, вот это батарея. Вот там мои 40 ящиков книг. Со своими картинами, со своим креслом. С двумя креслами, вот то тоже мое. В общем, она выполнила все условия мои. И я перебралась сюда. И первое время, ну, пока притирались, я и, ну, вот не жила уже много лет с тобой. Ну, мы, как, да. Я как ушла из дома, все, да, мы не жили да, уже. Да, да, это когда ты в Москву уехала, все, то 12 лет. 17 лет мы не жили вместе. Как-то с Луизой говорили вот в те годы, угу. В первые. И она, ну как ты с Хрисулой, есть у нее претензии как, к тебе, а угу. У тебя к ней. Я говорю, ну вот какое-то время прошло. Одно замечание мне было. Она говорит, какое? Полотенце на кухне надо сначала сложить, а потом повесить на крючочек.
Я тогда удивилась, надо сложить полотенце и на крючочек вот потом повесить, чтобы оно не висело длинно, а чтобы вот коротко. Она говорит, и все? Я говорю, пока все. Она говорит, какая ты счастливая. Да, это действительно счастье. Это действительно счастье. И какая же я стерва. Тебе очень повезло. И я действительно, вот мне очень повезло. Я абсолютно, абсолютно не жалею. Я считала, что вот я одна, и ни от кого не буду зависеть, и вот одной лучше, и все. А сейчас вижу, что самые счастливые мои годы моей жизни проходят здесь. Меня бы как-то принимала бы. Спасибо тебе. Меня бы так-то принимала бы, черт возьми. Тебе спасибо. За мои самые счастливые годы. Честно. Ой, ну могли бы быть немножко посчастливее, не знаю. Ну типа, что бы у нас было? Ты бы полотенце вешала бы сразу правильно. С тех пор я полотенце вешаю так. Молодец.